Дорогие зрители, я вам желаю, чтобы в этом новом году, на это Рождество, чтобы вы поняли то, что ангел сказал пастухам. Он сказал: «Я возвещаю вам великую радость, которая дана всем людям». Между всем этим темнотой, со всем этим ковидом, со всеми правилами, законами и беззаконием, не забывайте, что наша радость, она именно сокрыта в Иисусе Христе. Есть такая украинская песня: «Мое счастье заховано в Бозе». Именно в Господе, именно в Боге наше там счастье, наша там радость. Мы не зависим от этого мира. Мы зависим от того, о ком возвещала звезда, того, кому пришли поклониться волхвы. И оттуда наша радость, оттуда наше счастье. Не забывайте этого. Это мое пожелание для вас на этот год.